Привет стратегическим жеужикам, ну и людям, которые еще стесняются себя называть жеужиками. Давайте уже прекращайте. Это вы слышите Алексея Халецкого, канал Леша Играет, и я на уровне сложности божество прохожу за Шотландию Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm со случайными деревьями технологий и социальных политик. Причем это прохождение является еще и страданием, потому что очень тут все у нас тяжело, конечно, идет. Я вот думаю, мне, конечно, надо кого-то захватывать. Спарта, по-хорошему, сейчас лидер по всему, поэтому я очень сомневаюсь, что я в ближайшее время, мне надо надеяться, чтобы она мне войну не объявила. Я вот думаю, что, наверное, может попробовать Австралию захватить. Вот эти вот города на море должны браться, но, естественно, уже не фрегатами. Хотя, вы знаете, фрегатами, по идее, в принципе, можно было бы. У меня проблема отсутствия селитры. С другой стороны, я ее покупаю. Слушайте, я вообще задумался. Может, мне тогда отложить открытие фрегатов, поднастроить квадрирем? Кстати, а где у меня тут вот она. А далеко ли у меня корпуса? Нет, корпуса далеко. Я вот думаю, что может даже, возможно, строить... Потому что 64, в принципе, это можно фрегатов 5 приехать и захватить. То есть мне поставить карточку на строительство... Давайте, наверное. Давайте. Возьмем тут пока пушечки. Ну, видите, вот это я тут как раз в верфи дойду. Не в верфи. А, блин, мне индустрия. Блин, мне бы фабрики, конечно. Давайте, наверное, фабрики сначала, потом в паровой двигатель. А постепенно построю хотя бы 5 квадрирем. Только мне карточку поставить надо. Ух ты, 250. Кайпер просто не так крут при захвате города. Я просто селитру потихоньку могу выкупать. Давайте, наверное, средневековые ярмарки открою. Поставлю карточку на квадриремы. Так, я тут отменил, да, открытие. Не надо фрегаты открывать. И попробую реально... фрегатами захватить австралийца. Вот эти города, если я захвачу, то они, вот особенно Канберра, 18, она очень хорошо будет лояльность понижать. Хотя я могу этого рабочего захватить. Но не буду. Причем, блин. Боже, ну управление, ну господи, хватит, прекратите. Прекратите троллить. Ну ладно, захватил, так захватил. Фиг с ним тогда. Так, тут я убираю под... так, здесь я хотел... Сейчас вот Лян сядет. Мы ее еще прокачаем вот после средневековых ярмарок. И как раз тут буду улучшение Лян строить. О, у нас уже шпион появился. Ну, давайте, наверное, в Спарту. Только в какой город? 256. 216. Но я думаю, в Эфес, просто потому что, мне кажется, больше вероятность там благополучно провести. Так, шахта готова. Давайте, наверное, здесь сделаю... лесопилку. Коник поплыл. Мне еще в Хатусу. Да, я на всякий случай действительно открою средневековые ярмарки и в Хатусу. Блин, у меня еще и Вавилон встречен. Фрегат. Куда? Вот как раз Хатус еще и фрегат хочет. А где у нас
послы какие-нибудь дополнительные рядом есть? Нету? Нет, только в колониализме 2. Блин, это дебильное обещание, но я же не подводил Грэп, я просто у меня бегают юниты и исследуют территорию. Я, получается, нарушил обещание и Эфиопу, и Риму. Вот сколько я за это получаю минуса, интересно. Минус 6, просто вот, просто так. На ровными, а и у Эфиопа, наверное, минус... Ну, с Эфиопом все равно будут хорошие отношения, потому что мы одной... Ну да, минус 6. Союзник, дружба. Кстати, а почему тут не учитывается боится угрожающих цивилизаций? Я угрожающая цивилизация? Боже, у Австралии 24 силы, господи. 24. Он просто все свои войска спустил на воду и привел ко мне. И они умерли здесь. Даже несмотря на то, что они круче меня по технологиям. Как можно было такой искусственный интеллект прописать? Суицидника. Искусственный интеллект суицидника. Давайте с турком в открытых границах поговорим. Нет, он какой-то жадный. Давайте, наверное, тогда я кита... Этим флотоводцам уже себе получу. Все. А там дальше я буду каравеллы уже исследовать. Так. Рабочего мы здесь сделали. Ждем, когда Лян приедет. Ну, блин, что кампус строить все-таки? У меня тут, собственно, только одно место, где кампус строить. Здесь получается. Надо дождаться, наверное, этого рабочего. Он сейчас вырубит здесь пшеницу, пойдет тут болото соберет. Тогда еще строителя пока. Так, тут шпион есть. Акведук я тут не строю. Ну, давайте, видимо, банк. Исследовательские гранты не хочу, пока пингала еще не прокачан на гранты. Этот военный лагерь меня беспокоит, на самом деле, от Спарты. Но мне кажется, она не будет нападать. Все-таки у меня уже сила больше. Обычно компьютеры это очень четко чувствуют. Ну, давайте на всякий случай сюда отведу, вдруг там все-таки что-то австралийское приплывет каким-то макаром. Так, что у меня тут стоит? Содержание юнитов. Ну, пока, значит, не буду апгрейдить. Давайте, наверное, тут тоже поплыву конем. Так, Индонезия. Осталось еще двоих встретить, я так понимаю. Нет, не будем лошадей продавать. Опять Занзибар, уже второй раз Занзибар забирают. Так, смотрим в очередной раз, как хочет Австралия. Нет, опять увеличил деньги. 24 силы, требует 124 золота вход, чтобы я... А мне что, с Валенсией война? Нет, а кто мне урон нанес? Показалось.
Эх, тут не проплыть, жаль. Так, ну, не встреченные мной цивилизации где-то там внутри, конечно. Вот их явно Индонезия знает, да. Ну, Индонезия вообще слабенькая, кстати. Так, давайте, значит, тут собираем пшеничку. И ставим, пожалуй, промышленную зону. Потому что тут кампус на плюс 3. А, на плюс 3. Ну ладно, давайте кампус тогда доделается. В принципе, это норм. Так, тут 4 хода до роста. Мне кажется, строителей больше пока не надо. Давайте. А что у нас там, какой инженер и флотоводец? О, инженер хороший. Да, я бы сделал логистику промышленной зоны здесь. Правда, я, по идее, и так должен его забрать, но, по-моему, могут компьютеры выкупить. Так, значит, здесь... Театралочку. Отложим. Так, пока все окей. Тут я просто пока не выкупаю клетку и ничего не делаю, потому что я хочу уже сразу, когда я смогу кампус строить, это сделать. Выкупить клетку. Не знаю, мне не хочется здесь вырубать леса. Мне хочется здесь лесопилки ставить. Так, тут тоже ждем, когда Лян сядет со своим... еще плывет кавалерия. Вот это 24 силы, вот это кавалерия. Все. Это вся сила... А, слушай, тут я не пройду. Ну ладно, поскакали на свою территорию тоже. Этим юнитом. Так. Кстати, я могу я разграбить караван? По-моему, только кампус могу. Да. 63. Нормальненько. Я, наверное, поплыву. Мне кажется, он не должен его захватить. Я сейчас поплыву просто обратно. Он может захватить только морскими юнитами, а у него 24 силы, то есть это вообще... У него только вот эта кавалерия есть, и все. Так, тут я откладываю на ход. Бердин, по идее... Не, долго растет. На производство, тут тоже можно на производство. Кстати, может даже и на науку можно, да. А, тут еще нету кампуса. И тут тоже нету кампуса. Ну, тут как раз на рост мне нужен, чтобы он вырос. Два банка я, к сожалению, не могу поставить. У меня только один коммерческий район. Пойду-ка я на всякий случай мушкетом в Абердин встану, если вдруг реально решит напасть Спарта. Принимаем все пособия. У меня, конечно, дипломатический район тоже нужен, но вы же понимаете, просто... Я не понимаю, почему... Не могу понять, я воюю? Вот мне кто наносит сейчас урон? Подождите, а почему я Валенсию вообще не встретил даже? Что это такое? Подождите. Блин, это не город-государство, это город Испании, который отвалился по лояльности. Нет, или...
Вольный город. Да, это город Испании, отвалившийся по лояльности. Блин, а выглядел как будто город-государство военное. Я поэтому... Блин. Виноват. Так, тут лян, значит, на аквакультуру. Опять все еще ждем. Она еще, видите, не в городе, поэтому невозможно обрабатывать. Тут вырубаем для театралочки. Видите, 69 становится сила города вместо 59. Так, тут один ход ждем, чтобы сюда кампус поставить. Так, тут мы вот здесь убираем. Тут у нас будут в будущем дамбы, скорее всего. Ну, тут уже очень много еды у этого города. Как бы я эти, поэтому два этих месторождения пшеницы убираю. Блин, я же хотел поставить карточку на... А, еще ничего не убрал. Так, хорошо. Давайте, значит, тогда карточку на 100% к триремам. И давайте пока соседство промышленной зоны уберем. Вместо этого первый посол поставим. Нам надо уже Вавилон и Хатусу. Вавилон, Хатуса хочет фрегат, Вавилон художника. Я скорее Хатусы выполню задание. Отлично. Блин, закрытые границы стали. И он мне не откроет их, кстати. Ну, значит, стоим, ждем, когда он захватит. Не откроет, потому что с ним плохие отношения. Давайте источники искать. О, дорога гигантов. Слушайте, а давайте глянем, воевали ли они на этом континенте и захватывали ли они что-то друг у друга. У Испании, Мадрид, Барселона, нет, это все испанские, у Индонезии. Это все индонезийские, у атамана. Тоже вроде все турецкое. Ладно. Да, тут один ход ждем. Опять, что ли, Египет, Занзибар? Нет, в этот раз Голландия. Сейчас он опять отвалится. Очевидно. Ну, сейчас помедленнее, правда, чем с Египтом. Там, видимо, у Египта был темный век вообще. О, видите, ей нравится, что... Спарта ко мне лучше относится. Пси. Приди и возьми. Нет. Нет, тоже нормальный век. А у Мапучи, кстати, темный, все равно отваливается у Голландии этот город. Economics is a subject that does not greatly respect one's wishes. Так, все. Лян приехала. Здесь, наверное... Сюда шахту построим. Убираем болото в Стирлинг. Жаль, ну хороший пантеон, он мне помог на самом деле. Ну сейчас уже просто время пришло. В
Блин, тут, конечно, плюс один был бы, но тут производство. Мне жалко там ставить. Откуда они вообще бегают? Стерлинг, Абердин, Кален, Роксбург. Ну, я просто уже не перекидывал в Кален, потому что тут два хода осталось. Я пока... Блин. Рабочим случайно. Я пока сюда... Нет, вообще сюда. Я пока... Почему так странно? Почему он собирается вот так пойти? Ладно. Я пока сюда один перекину, один ход, и все, и следующим ходом уже и так... Все будет. Тут мы все обработали, значит, пошли сюда. Тут все еще ждем. Тут, боже, он приплыл все-таки. Интересно, сколько следующим ходом у него будет сила? Кстати, а что у нас по религиям? 8 православие, 10 ислам, 31 сикхизм, 22 протестантизм и 21 иудаизм. Ну, там Эфиопия, конечно, хорошо ломанула, но, кстати, бонусов она с этого... Что она вот имеет? Воины-монахи, пофигу, какие, сколько там других городов. Синагоги, пофигу. Вообще... То есть то, что она больше всего городов обратила, никаких бонусов самой Эфиопии не дает. Ну и смысл. Так, мне бы сейчас найти какую-нибудь... Ага, вот тут я смогу разграбить, значит, следующим ходом. Ну и полечиться. Плыву рабочим, которому я, правда, долго буду плыть. Ничего поделать. Просто надеюсь до конца этой эпохи найти все цивилизации и сделать кругосветку. Так, тут банк есть. Ладно, давайте, наверное, уже все-таки Тьюринга я, наверное, вряд ли получу, но какого-нибудь следующего ученого можно попытаться. Или фестивали, блин, или может мне каких-нибудь этих попробовать. У меня культуры на самом деле мало, науку я уже более-менее. Да, давайте, наверное, фестивали на театралочке проведу. Так, два хода до возможности строить кампус. Давайте еще одного строителя, а потом просто отложу. Нифига себе. Вот это поворот. Я, кстати, еще не могу освободительную войну никому объявить. Интересно, а Спарта с кем-нибудь в союзниках? Нет, отлично. То есть она сразу объявит войну. Нет.
Нет. Нет. И нет. Ресурсов для торговли тоже нет. Так, значит, мы забираем Густава Эйфеля. А что у нас? Какие у нас есть чудеса? Венецианочка. Блин, мне надо было вот сюда промышленную зону ставить. Сюда дамбу. Я мог тут венецианку построить. А больше я уже нигде это не могу сделать. Ну ладно, какое-нибудь будущее чудо поддержим. Вообще, я вот сюда, где у меня тут... По-моему, я сюда рурку могу. Надо следующим ходом будет увидеть. Ладно. Так, у меня куча денег. Давайте я тут сразу куплю библиотеку и универ. Следующим ходом тропические леса можем обрабатывать. Я все-таки сюда встану. В смысле, лесопилки в тропических лесах делать. Так, тут все убрано, убрано. Ноль. Просто. У Австралии просто нет войск. Я такого еще у компьютера не видел ни разу. Как и не видел, чтобы он просто все войска привел ко мне, чтобы я их убил. И радостный сидел без войск. Это что-то новенькое. Новое слово в... Нет, это... Была такая... Как-то какая-то... Не мента, психологическая атака, вот, когда ровным строем шли солдаты, по ним стреляя, они падали, но они все равно шли. Это психологическая атака на врага, и сейчас на меня такая же атака была проведена компьютером, когда он привел все войска, чтобы я их убил, просто расстрелял, он даже ничего не делал. Нет, тут патрончики не заканчиваются. Да, не говори. Вот закончились солдатики. У чувака ноль пишет. Блин, задело мою коняшку ураганом. Так, театралочка. Амфитеатр. Я следующим ходом, главное не забыть поставить карточку на триремы и штук, наверное... Ну да, мне 5 надо. 5 трирем. А, так, я хотел уже торговать селитры потихоньку покупать. Ну, троян там мне что-то задорого. Блин, 117 селитры у чуваки. Это у него военных лагерей просто немерено. Ну, мапучи продашь? Продаст. Сколько продаст? 10 продашь? Продаст. А 20? Ну, вроде продает. О, норм. Так, ну я 25 максимум могу купить. У меня просто больше не влазит. Отлично. Две тысячи армия у Голландии. К
Кстати, обратите внимание, до сих пор даже в Циве Голландская империя называется, хотя уже голландцы давно... О, Вильгельмина Клеопатрия объявила войну. 2000 против... Ну, походу, хана Клеопатрия. Мне так кажется. Тем более, она еще и со Спартой воюет. Да, видимо, да. Тут мы откладываем на один ход. Клеопатра слишком оборзела. Да, Харис меня требовать. Ты, слышишь, ты давай, ты не дойдешь до меня даже. Какие-то требования смешные. Мапучи мне продал селитру и сам ее пытается обратно выменить на железо. Такой великий негациант. I think the human race made a big mistake at the beginning of the Industrial Revolution. Так. We leaped for the mechanical things. People need the use of their hands. О, у меня, кажется, уголь есть. Это очень хорошо. Отлично. Мы его сразу даже пойдем обрабатывать. И больше угля нету, да? О, блин, у Таруги есть. Ну, я, наверное, ее вряд ли засоюжу, да? 14 послов тоже кто-то отправил. Кстати, ни у Спарты, ни у Менелика угля нету. То есть мне тут еще свезло. Видите, так бы она вообще... У Эфиопии мог быть этот уголь. Так, отлично. Отлично. Я бы, знаете, я бы поставил даже еще вот этот, эту карточку на дополнительный уголь. Потому что всего один ресурс, это маловато. Значит, это мы оставляем. Первого посла надо менять сейчас. А, я уже поставил на 100% вообще-то. А, ну тогда просто вот эту поставлю. Пока без бонуса к промышленной зоне. Угу. Да. Значит, здесь начинаем квадриремы. Библиотеку универ купили. Фабрику я куплю, пожалуй, в Роксбурге. 3, 4, 5, 6, да. Она просто до всех дотягивается пока. Мне, конечно, надо везде ее, но денег у меня просто столько не будет. И угольную сразу, все. Тоже спущу сюда. Так. На всякий случай уже буду перебрасывать к Спарте. О, все. Можно выкупать клетку и строить кампус. Наконец-то. А он тут будет, ребята, на плюс 4. Еще один отвали... О, тут вообще его город отваливается в... О, давайте еще сопрем... Ну, наверное, обратно отобьет, правда. Ладно, надо вот этот поразрушать райончики, пока Джелонг к Грузии. 4 хода осталось. Отлично, есть проплыв.
Так что кругосветку я точно сделаю. Фестиваль завершен. Блин, тоже хороший инженер. Ну, и Эйфель тоже ничего, нормально, ладно. Так. О, 46. Ну, я, наверное... А, это 46 ходов. Я, наверное, продолжу. Мне нужны... Так, тут рурка не строится, а тут... А, она не строится, потому что я еще фабрику здесь не сделал. Давайте я фабрику следующим ходом, потому что она рядом, там, где фабрика. Я бы рурку... Блин, если... А сколько... Тут просто колен медленно растет, понимаете? Поэтому я бы лучше сюда рурку уже бахнул. Тем более это будет давать культуру этой театралке. Причем от Роксбурга я бы бахнул. Она просто не строится по той простой причине, что здесь... Нету еще фабрики. Ладно, давайте фестивалить. Дальше просвещение. И рационализм поставим. Блин, вот это неприятно. И много мне тут, видите, дамба тут нужна, конечно. Много меня тут расфигачило. Одну клетку. Зал для приемов. Ну, в принципе, только зал для приемов, кстати. Тогда ладно, живем. Опять довольство. Так, а со всеми ли я уже... У меня, наверное, с кем-то закончилось... Нет. Все есть. Ну, в Сконе явно надо будет аквапарк строить. Следующим ходом получу очки эпохи за использование угля. Так, первая трирема пошла. Здесь тоже триремы. Квадриремы, извините. Ну и здесь, наверное, квадриремы. А, блин, если тут стоит юнит, то не грабится? Ладно. 66 науки. Слушайте, приятно каперам на высокой сложности. Он вообще армию собирается строить, как вы думаете? Ноль, все еще ноль. Может, это как такой тонкий намек, как бы с него было? Захвати меня. Пожалуйста, я не хочу страдать. Я чувствую, что я тут не вывезу. Наска.
Производство. Тут нету жилья, потому что зал для приемов разрушен. Он просто не работает, поэтому... Поэтому вот так. Ну что, 180 науки уже. То есть больше, чем у меня, только у Рима и Голландии. Уже приятненько. New opinions are always suspected and usually opposed without any other reason. Так, купим тут Библу. Пока. Наука. Так, мне еще по одному ходу 3, 4, 5, 6 будет, да? Так что не буду пока менять эту карточку. А куда ж мне рационализм поставить? Блин, ну, видимо, вместо гавани, потому что я это тоже не хочу убирать. Тут каждая культура и наука на счету. Пока так. О, 216. Не хочу в пекун мапу, потому что будет через... А, у меня союз с Минеликом закончился. Это не дело. Отлично, еще и шоколад мне даст за союз. Блин, а может надо было на Минелик? Блин, ну... Да, у него, конечно, мало армии. Я лучше австралийца захвачу. Уже видны, по-моему, границы. А, в эту сторону, конечно, ближе плыть. 183 деньга. Денег на ровном месте. Можно сразу и универ прикупить. Вот видите, вернулось жилье. Так, все более-менее нормально. Я не дождусь никогда от него. Ну, постройки еще. Ну-ка, все, что было, все привез. Убился и... Больше я больше войск строить не буду такой. Женева. Слушайте, тут городов государств научных... Тут вот они так и ломанули тогда. Нет, это я не буду предлагать. А, и с Тамарой мне надо продолжить, да? Дальше, дальше, дальше. Ну, вообще гуманизм, конечно, мне вот музеи нужны. 7 разных спецрайонов, 2 полевые пушки. Кстати, да, вот сейчас баллистика откроется.
Блин. Мне, в общем, надо ставить теперь карточки. Ну, в общем, три хода я жду, прежде чем буду улучшать юниты. Потому что нужно карточку ставить на снижение. Так, два хода. Ну, как раз биржа построится. Два хода до рурки. В общем, я тут ее буду строить. Сюда, собственно, Эйфеля отправим. Еще и Троян Клеопатре. Клеопатра воюет с Римом, Голландией, Спартой. А по поводу Мапучи не уверен. Дайте глянем. Да, с Мапучи не воюет. Ну, с тремя сильнейшими цивилизациями на карте она воюет сейчас, с наиболее развитой. Так что я думаю, тут Египту недолго осталось. Что построили? Тадж-Махал. Менелик еще и в войну... А что, Менелик с Трояном воюет? Нет. Просто предлагал ему войну объявить. Нифига тебе... А, ну ты вообще... Хотя ты с ним в границах, да? Так, сколько у нас до конца эпохи? Все еще нет. Да, я выйду в золотой. Это не может не радовать. Так, все, строительство. Хотя, слушайте, еще у меня три хода есть до смены карточек. Может, еще построить? Давайте. Буду владычицей морской. Не хочу быть дворянкой столбовой. Буду владычицей морской. Я уже практически все клетки, кстати, обработал. Вот осталось. Тут дамба будет. Здесь рурка. Тут я не хочу обрабатывать. Тут не хочу. Вот еще одна. Все. Блин, Минили... Видите, куда Минилик привел город ставить? Он тут поставит. И он через три хода отвалится. Просто хочу ставить города там, где есть свободное место, называется. Ну, тут неплохой флот у Индонезии. Кстати, Индонезия с кем-нибудь воюет? Как у них вообще у них на континенте? Какова ситуация? Сколько у нас на континенте? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Значит, у них шесть. Круто им, у них посвободнее. Так, Шумер. Вот Шумер... С турком и еще кем-то воюет, а Испания? Испания тоже ни с кем. А турок? Только с шумером? А, тоже. Кстати, у них тройничок такой. Они втроем каждый друг с другом воюет. Греция электричество в Спарту провела. О, Занзибар опять отвалился. Я не хочу им никому помогать. Хотя почему-то постоянно это голосование проходит. It is arguable whether the human race have been gainers by the march of science beyond the steam engine.
Так, тут мы квадриремы продолжаем делать. Итак, Рурка. Только этому городу. Значит, все-таки только в колене. Да. Ну ладно. Какая разница? Все равно чудо хорошее. И строить надо его. Так, слушайте, мне, наверное, каравеллой надо туда плыть, потому что мне нечем города захватывать будет иначе. Надо где-то там находиться. Вот я поставил, блин. Сколько ходов? О, минус один и... А чё так слабенько отваливается? Не понял. Что за читы компьютерные? Боже, я вот только на этом районе поднял, наверное, где-то 600 золота. Да, вот границы. Давайте угадывать по цвету, чьи это границы. Блин, я затрудняюсь. А, Майя, точно. Точно. Ну, все вроде. А, нет, не все, еще кого-то не встретил. Они тут случайно не на своем, собственно, нет, наверное, все-таки... На общем континенте. Кругосветка. Вот и культурная ГГшка, куда мне тоже надо послов отправлять обязательно. Ого, тут... А что тут делают нидерландские... А, тут вообще недалеко, да. Ладно. Так. Два хода. Ну, наверное, давайте продолжим тут фестивалить. Как раз два хода. Военная наука. Кстати, я, наверное, карточку бы не убирал, а каперы построил. Между прочим. Слушайте, а давайте мы... Давайте, наверное, дальше каперов. Чем мне эти... Квадриремы. Вот еще одну тут. По одной. И... Каперы. Мне надо три капера, это еще два. Как раз Нидерланды и Занзибар не могут. Джелонг тоже отвалился к Грузии, да? Все, я уже в золотом веке. А, тут даже отсчет не начался. Мне, может, последнюю циву не встречать пока. Что-то как-то я не вижу, чтобы тут Египет особо пилили. Нет. Тварь. Какая тварь построила? Минилик, ну ты тварина. Вообще мог бы и заметить, что он строит с другой стороны. Один заряд потратил. Пока больше нечего строить. Блин, мне колен надо, чтобы вырос, и я тут тогда... Блин, подождите, а сколько тут дамба строится? 10.
Да, сначала все-таки фабрику и угольную. Да, и соседство поставить тоже надо. Блин, а где национализм? Где там корпуса вообще? Так, уголь у меня, если что, есть. Сколько потребляется? 2. Нормально. Это два капера, потому что мне ускорение надо. 3 капера. Ладно, пока стоим тут. Не смог похитить, блин, вообще, ну ладно. Ну, без разведывательного управления, конечно, это грустно заниматься похищением, а разведывательное я не могу построить, потому что очень долго он будет строиться. Что не так с Австралией? Почему? Слушайте, реально, у меня такое ощущение, что австралиец в этой партии просто багованный. Сначала он просто внезапно мне объявил войну и бою с собой без... Давайте глянем. Он до сих пор требует с меня... Ну да, 161 золото вход требует. Это во-первых. А во-вторых, он просто армию не строит. Это нормально? Блин, 137. Не намного меньше золота получаешь с разграбления шахты, чем с разграбления коммерческого района. Блин, а Голландия что, тут с кем-то воюет тоже? С Египтом только. А что, раненый броненосец плавает? У Египта вообще не должно быть, по идее, юнитов на море. А варваров нету. Может, какой город-государство пытается захватить? Так, угольную... Ой, Индонезия Майя объявила войну. С мини-ликом второго уровня что дает? Плюс 4 золота от торговых путей, еще больше. Ага, и качкам послов за каждый город, который является ваш союзник. А он является? Нет, нет, Троян, Троян, Сулейман, Троян, Сулейман. Вот, мини-лик, Таруга. Ну окей, 229. Уже неплохо. Ух ты, 289 у Майя. Я что-то это пропустил дело. Троян, ну все равно Троян и Вильги. Майя вообще хотя отстает. О, я уже вижу лабы. Но мне, несомненно, в лабы надо. Через электричество. Отлично. Ну, я теперь... У меня хотя бы сейчас есть видимость того, как я могу победить. Все не так уж и плохо, в принципе, на сегодняшний день. Даже с 5 городами. Ну, австралийцы я захвачу. Вы избегаете мелких. Знаешь, почему я их избегаю? Потому что их нет на карте. Я тебе открою секрет. О, слушайте, тут у нас... Давайте мы чайком с ней поторгуем. Может, не самое лучшее решение, конечно, с лидером торговать. Но я не вижу, что она лидер. Я считаю, Троян и Вильгельмина лидер. No innovation in the past 200 years has done more to save lives and improve health. Я, наверное, все-таки это уберу, потому что я думаю, я за один ход. Ну, они, наверное, может, не за один, но я каперы дострою. А поставлю на
Наверное, пока так и ресурсы вот так пока. А, блин, я еще не открыл. Так, подождите, сейчас прямые паруса сначала откроем, потом химия пойдет. Да, надо было, конечно, открывать. Надо было открывать. Прошлым ходом ставить, открывать фрегаты. Я ошибся тут. Ну все равно капер один ход, видите, хоть я и карточку убрал. Отлично. Так, стоим. Стоим. Плывем. Вообще есть что обрабатывать? Вот свободная клетка. И тут я ничего не могу сделать. Вот сюда только, если его отправить. Че, рабочего захватить? Он же даже... Вот смотрите, я вот тут стоял, он даже этим городом не обстреливал мой капер почему-то. Ладно, поехали лучше... Ага, не могу пока. Буду... Подождите, а тут же был... канал. Или он строил Панамский канал и не смог? Тоже непонятно. Так, ну это индонезийские границы. А где же там еще одна? Где-то тут, наверное, может быть какая-то. Ну или она внутри острова вообще, этого континента. Так, художественный или археологический? Вот в чем вопрос. Художественный. Дальше идем. О! А вот и национализм. Блин, а так никто с моим союзником ничего не сделал, да? То есть никак не могу освободительную. Жаль. Я просто, видите... Объявите войну, имея формальный повод. Офига. Ну, мне надо национализм открывать. Мне нужны корпуса, армады. В любом случае. Раз. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, еще одну цилу не встретил. It's not the towering sails, but the unseen wind that moves a ship. Ну, Хатуса хотела. Хотите, получите. Так, у меня еще одну пока можно. Ну, давайте вот этого. Так, чё, как насчет продать мне немножко селитры мапуче? Немножко это 25. О, не продает. Хм.
Тут все такие жадные, не понятно. У него было 40, он мне продал 25, или у него 53 селитра, он не хочет. А, подождите, я у него не селитру просил, я у него железо. Да, это я железо. А чего железо не хочет продавать? Странно. Ладно, что насчет селитры? Египет, как ты насчет селитры? О. Отлично. В общем, даже дешевле, чем мапучи, кстати. Так. И нам еще каравеллу надо апнуть. Все, кажется, даже все квадриремы апнул. Нет, не все. О, класс, ровненько. Хватило селитры. Ну, Австралия. Может, пока обратно поплывем. У меня там просто каравелла уже плывет снизу. Открывать территории. Красиво. Вот эти кампонги индонезийские, конечно, очень хорошее улучшение, если есть куда ставить. Болонья великого музыканта хочет. Катуса. Да, но мне надо в Вавилон и в Женеву отправить, то есть поставить первый посол вот это, так что пока подержим. Сейчас в Стерлинге жилье есть, поэтому давайте, наверное, фабрику. А вот тут сначала канализацию, а потом фабрику. Кайф, господи, как я сейчас пойду мстить Австралии с нулем армии. И тут, знаете, такой грустный австралийский адмирал. Такой, ой, такой смотрит, ой. Раджендра Чола. Эх, фак. Кстати, а этот мне работает на моих фрегатиков промышленной эры нового времени? По-моему... Нет, фрегаты, по-моему, не промышленные. Возрождение. Ну, на броненосца будет работать. Блин, мне и в Нанмадол надо посла отправить. То культуры вообще нет. Интересно. Bolt actions speak louder than words. Интересно, не захватит ли кто-нибудь Нанмадол? Мне кажется, нет. Я бы их еще в корпуса вначале объединил. А, другой флотоводец дали. Отлично. Как раз... Нет, все равно промышленные эры, да. Мгновенно строит маяк и верфь. Вот это мне точно не надо. Ну, такой себе флотоводец. Ну, да ладно.
Российская армия. 344 у Майи, 1724 у Индонезии. Интересно. Но тут, правда, и у Египта, типа, по сравнению с Римом, Спартой и Голландией тоже было, типа, мало. Но если уже и у Спарты армии нету. Слушайте, у Спарты армии нет. Слушайте, я Спарту хочу самолетами захватить. Вот, я буду его самолетами брать. Канализация есть. И тут нечего строить. Нет, чисто на еду надо. Ну, пошли исследовательские гранты в колени. Я не знаю, тут... К сожалению, медленно растет. Урбанизация. Так, две полевых пушки. Кстати, у меня пока стоит карточка. Так, да тут надо все, наверное, уже апнуть в пушке. Еще луки были. Какие у меня тут еще есть каперы? Не надо апать, это все апнуто. Блин, ну это стоять ждать надо. Мушкетеры пока максимум, рыцари. Давайте рыцарей. Апнем. Летучие отряды пока не апаются. Элитные гусары, да. Эти все у меня плавают, тут всадники еще стоят. Давайте еще всадников. Кстати, можно поехать, наверное, помогать города захватывать, между прочим. Так, а остальные... Эти два плавают, ну, в смысле, ездят. Кстати, я могу его тоже тут апнуть. Блин, стоит карточка, давайте... Что мне... Так, этот плавает. Но этого я могу в Грузию приехать и тоже апнуть, так? Теперь с колесницами... Все, железа пока нету. Ну, окей. Деньги есть на содержание. Пусть видят, что у меня сила армии возросла. У меня, кстати, после Индонезии и Голландии на третьем месте по силе армии. И отстаю буквально на соточку. Так, новые... Защищает культуру. Вот это мне очень надо на самом деле. 55. Ну, я за себя проголосую. Мне как бы пофигу, честно говоря. Давайте попробуем протолкнуть. Потому что я бы тогда у Менелика и Спарты, возможно, отжал бы территорию. Так, это не у меня, слава богу. Есть, отлично. На 100% против Австралии. Класс. Прям все как по маслу дальше пока пошло. При проведении диверсии на производстве время выполнения заданий уменьшим. Так, ну-ка. Хочу бахнуть. Разок. Слабовато, но я думаю, что я сейчас пообъединяю все-таки в корпус. Я просто подъехал посмотреть, как оно... А у меня прокачано... А, у меня, кстати, не прокачано против районов тут. Бенджамин Франклин may have discovered electricity, but it was the man who invented the meter
Ну, копира я не могу в подводной лодке апнуть, потому что у меня нету нефти, я даже еще ее не открыл. Ну, пока в химию прямой наводкой. Фига себе, уже Голландия с Римом где-то в эпохе атома, они ракетостроение вообще открыли? Должны открыть были, мне кажется. А, Троян нет. Вильгельмина нет. Ух, как я Австралию хочу наказать. Ух, как он страдать у меня будет. Скорее бы. Так. Тут канализацию сделали. Ну, пожалуй, тоже. Или по фестивалям тут. Я бы пофестивалил. У меня все еще мало культуры. Блин, 323. Ужас. Поэтому мне нужны и проекты, и нанмодол союзить. Так, тут я мастерскую закончил. Пожалуй... О, блин, тут... И разведывательное управление, и дамбу... Ладно, давайте сначала дамбу все-таки, потому что это и снижение наводнений, и увеличение производства, и еще и электричество в будущем. Деньги я, пожалуй, покоплю, чтобы купить лабы в самых неразвитых городах, где они дольше всего строятся. Так, ну и на этой ух, как больно дали по фрегатику! Пожалуй, мне надо отложить нападение все-таки. А что так фрегат больно-то? Кайпер плавал так вообще без проблем, но по фрегату больно удали. Ну, так вот, на этой замечательной ноте атаки Австралии я, пожалуй, закончу серию. Напоминаю, что спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Играйте в умные игры и всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!